Бурятию не просто так называют самым солнечным регионом нашей страны. Солнце здесь светит 320 дней в году. Естественно, наши глаза постоянно подвергаются вредному воздействию ультрафиолетового излучения. Как обезопасить свое зрение? Конечно же, у оптики ССЭК есть большой выбор различных очковых линз, и мы можем в одну оправу сразу поставить и линзу, которая будет корректировать зрение, и которая будет ограничивать поток солнечного света. Но иногда бывает, что та рефракция, которую у человека, она не позволяет в одну оправу поставить все. Что же делать в таком случае? Сегодня медицинский консультант международной компании «Алкон» Ольга Редькина проводит обучение для сотрудников компании «Оптика ССЭК» и предлагает другое решение этой проблемы. Очень просто. Мы предлагаем контактной линзе исправить зрение, а выбрать те самые лучшие, самые красивые, любимые солнцезащитные очки для того, чтобы чувствовать себя комфортно, но при этом не терять остроту зрения. Кроме того, пациент может заказать очки с тонировкой линз под солнцезащитные, либо очки с фотохромными линзами, которые затемняются на улице. На обучении консультант международной компании подробно объясняет, как найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Диана, чтобы сохранить здоровье ваших глаз, можно рассмотреть еще третий вариант – это фотохромные линзы. То есть в помещении они прозрачные, на улице они затемнятся до солнцезащитных очков. Давайте я вам покажу, как это работает. Я пришла в оптику ССЭК выбрать солнцезащитные очки. Мне предложили три варианта. Линзы, которые можно покрасить, очки, которые затемняются, и выбрать линзы и солнцезащитные очки. Я выбрала третий вариант, и так как я ношу линзы, и мне просто нужно было подобрать солнцезащитные очки. Мне очень понравились очки, они очень классные, так что всем советую приходить в оптику ССЭК. Лето уже не за горами, поэтому заранее защитите глаза качественными очками. Врачи рекомендуют покупать их только в специализированных салонах. В оптике ССЭК изобилие солнцезащитных очков.